начинается действительно ад, потому что уже привычка затыкать эту дыру, она тоже имеет место быть. То есть, представляете, идет какое многослойное предательство. Неведение, незнание не нужно самому себе изначально, потом это начинает аккумулироваться через попытку заслужить это через что-то, то есть внешний допинг, это как, знаете, отрезать свои ноги и приделать костыли, а потом тебе еще и костыли забирать. Естественно, это тотальная инвалидность, и, конечно, человек, как бы чем дальше, тем старше он становится, он чувствует вот эту обреченность, необратимость и ужас от того, что лучше не стало, а стало намного только хуже.